Витули, кривитули вашингтонские. Приветики. И он наш суетолог. Вся банда семьи, кроме Корсика, конечно, собралась. И мы выдвигаемся в наше следующее на один день маленькое путешествие. Мы взяли наш чемодан и едем у океана. Будем мы, короче, сегодня ночевать, так что вы скоро все увидите. Не отключайтесь. Ну все, мы заехали. Вот машину мы припарковали. Вот заходим в наши апартаменты. А вон там вдали уже виден океан. Ну вот, это наше следующее... Ну, это наше жилье на следующие два дня. Две ночи мы, точнее, здесь ночуем. Ну что, хотите посмотреть, как это выглядит? Вот здесь какая-то мандула. Здесь у нас зал. Это не кондей, мне кажется. Здесь типа кухонная зона. Здесь какие-то ништяки. Ой, даже вкусняшки. Да, вау, ты шо, посмотрите-то как. Смотрите, какое у нас здесь приятненькое место. Для Оскара накрыли диван. Да, для Оскара накрыли диван, чтобы Оскар мог спать на диване. Но он будет спать вон на той кровати, мы же все знаем. Вот, смотрите, здесь кухонка. Все так цивильненько, хорошо. Здесь вот спальня отдельная наша, где мы будем спать с Региной Сергеевной. Вот, и здесь еще есть у нас уборная. Уборная. Здесь Люха в уборной. Оскар все проверяйте. Попить, наверное. Делает. Сейчас ему водички, наверное, попить. И вот душек. Вот. Вот такие дела. Это наше место на следующие два дня. Так что будем здесь ночевать. А сейчас скоро пойдем, наверное, перекусить и на океан. Сегодня океан. Сегодня дорога. Ой, еще кто-то видел. Ну все, короче, мы съездили, не съездили мы в ирландский ресторан, потому что сегодня воскресенье, и они не работают. Но мы съездили в забегаловку, где купили, ну, такая местная, не снимали, много там очередь. Короче, просто готовят еду, там же кто-то ест, кто-то не там ест. А что мы купили? Мы купили местная свежая рыба, приготовленная соусом, здесь гребешки. Во фритюре, конечно же, все. И сэндвич с крабом свежий. Также мы купили, заехали в магазин, специально ездили, купили местного разливного пива. Это вот пивоварня здесь рядышком. И мы не могли пройти мимо вот такого пива. Распутин. Здесь еще на русском написано. Сердечный друг не родится вдруг. Короче, разливают где-то здесь рядышком. Написано, не содержит ГМО. Ой, как я рад, что не содержит это ГМО. Короче, будем пробовать Распутина и местное пивоварня к пиву. Все, спасибо, всем приятного аппетита. Деловой Леха. Да. И куда мы едем, Регина Сергеевна? А просто мы едем. Мы едем кататься. По 101-му хайвею. Это вдоль океана прям. Мы решили... А когда еще? У нас, конечно, есть в планах всю эту дорогу проехать до Сан-Франциско. Но это еще пока не точно, потому что дорога такая тяжелая. Интересная, скажем. Интересная. Так что... Все будем снимать, вы все сейчас увидите, как едем. Оскар будем встречать закат. Вон он торчит мордочка. Оскар, он счастлив. Не успели отойти вот от парковки. Смотрите, dog hitch. Это, короче, крюк, чтобы привязать собаку, чтобы пойти самому побрызгать, и чтобы собака тебя там не беспокоила. Чтобы все чики-пони было. Вот так вот. Ладно, идем на пляж. Сейчас народ пропустим и тоже пойдем. Там тоже собачка идет, да? Скажи. Красавчик идет. Насрал, а мамка говно несет. Не мог на стоянке посрать?
Нет, хочу с видами какать. С хорошими видами хочу. Пойду в воду. Я так решил. Красотища. Ну вот самые классные моменты. Две попки идут такие. Красотища. Блин, ну вообще обалдеть. Просто обалдеть. Да, Редичка? Ну и я собственной персоной. Моя борода прям рыжая-рыжая на закате. Я становлюсь лепреконом. Мы вам снимаем красивые кадры с дрона, и мне дали визитку. Какой-то парень подошел, видел, подумал, что я ютубер. Как-то, известный ютуб-блогер. Да, подумал, что я какой-то известный. И дал свой, типа, ютуб-канал. Ну вот, у него карточка такая, у него даже сайт есть. psi.co. Ничего, посмотрим. Не поиск какой-то. Погуглим, да. Чувак такой был. На Фоксе прям. Интересный. Тоже подошел, все пофоткал. Угу. Оскар уже в лялечку спит.
Вот выдвигаемся дальше, еще может что-нибудь поснимаем. Ну все, первый день позади, мы дома, мы укладываемся спать. Увидимся завтра утром, да, Регина Сергеевна? Да. Все, Оскара нужно кормить, нам нужно идти в душ и ложиться в баньке. Все. Ну все, мы проснулись, ебанулись, глаза открыли, улыбнулись и пошли, короче, на пляж. А здесь это какое? Дожди. Слушайте, хорошо, что мы вчера куда-то поехали, а вечером посмотрели закат, потому что сегодня в облаках явно нам ни черта не светят. Вот. Поэтому идем на пляж, да? Угу. Вон, голуби сидят, тоже недовольные погода. Вроде, кстати, тепленько, хорошо, но нету солнышка. Ну все, мы на пляже. Это какого вообще тепленько на улице. Но очень влажненько, потому что морося вот прямо в лицо летит. Вот. И уже явно не полетаешь на дроне. Хорошо, что вчера полетали. Вот. А, зато воздух какой чистый. Як пахнет. Никого почти нету. Одни мы. Ну, сегодня и понятно, понедельник. У нас дождик. Как мы любим. Вроде бы время не грустить, а грустить охота, потому что дождик. Но на самом деле все это хорошо, что идет дождь, потому что идут пожары. А если дождь потушит пожары, Леха с Регинчиком и с сутулым мальчиком идут в поход. Главное, чтобы пока мы соберемся в поход, новые пожары не начались. А то мы лаки, вы же в курсе. Короче, мы проехали уже, наверное, минут 20, и только вот первая будочка, вон все народ стоит, мы за кофе, утренним кофе. Какие классные дюны. Да. Мы приехали, но у нас нету квадроцикла, чтобы туда подняться. И джипа нету. А Honda, я думаю, там реклама была, конечно, этого какого-то тягача. Думаю, Honda не надо убивать. Классно. Блин, вообще огонь. Хотел бы на джипе прям заехать туда. Да? Надо покупать джип. Надо покупать джип. Все. Нужно покупать джип. Джип, джип. Мы приехали. Мы в курточках, потому что здесь ветрено. Но зато нету дождя. Мы надо идем. Было брать дрон. Надо было брать дрон. Но здесь ветер сильный, посмотри какой. Вот. Сейчас будем смотреть живность местную. Говорят, здесь морских котиков много, крабов и всякой. А куда? Мы идем и прям котиков слышим. Смотрите, здесь какая красотища. Вы видите? Видите? Как класс. Вот, Регина идет. На звук. На звук природы идет. О-о-о. Вон они прям большие. Жирненькие. Как и мы. Блин, здесь вообще красиво, смотри, да? А? Сюда, конечно, ехать до хрена, но... Но оно того стоит. Ну да, смотри, как здесь. Вау, прям. И мы одни еще здесь. Еще, да. Ну, потому что сюда мало народа из-за этого и едет. Вау. Блин, ребята, посмотрите, как классно. Вообще, как здесь огонь. Вон они, цыплятки, лежат, греются. Цыплятки. А это люди здесь спускаются? Обходят, смотри. Ну да. И туда идут. Драться с ними. Угу. Важные какие.
Ну что ты разорался? На конфликт идет. На конфликт. Он говорит, не хочу. Наша следующая остановка в Бухточке. Все по той же шоссе. Здесь так тепло. Здесь так тихо. Здесь так тихо. Здесь прям очень тепло. Так красиво. Жалко, что дрон не взял. Блин, Леха, ну взял бы дрон, был бы дождь. Здесь одно из двух. Выбираем меньшее. Я еще выходил, говорил, то, что если я не возьму дрон, то по-любому выйдет солнышко. Так оно и есть. По прогнозам должно быть до следующего утра дождь. Нам вроде повезло чуть-чуть. Ништяк, ну что? Ну, это ж прям как... Хочу потрогать водичку. Хочу потрогать водичку своими яичками, но не. Думаю, холодно. Сейчас, опа. Ну, слушай, не такая холодная. Скажем так, здесь... Можно зайти, поплескаться чуть-чуть. Я бы зашел, но не был готов. Не были готовы ко всему. На свете. Вот какой ракушка. Ракушку. И уронил. Значит, не судьба, не мое. Отойдем от водички, чтобы не намочить ножки. Короче, мы приехали обратно, Осечка нас встречает. Мы тут закупились, заехали покушать. Здесь сэлмон во фритюрчике с картошкой фри. А здесь краб, бургер. И вот, еще будет домашнее чили, которое сейчас Регина Сергеевна разольет. Ну, смотрите на эту прелесть. Я даже думаю, половник не нужен. Вообще просто один фарш. Здесь даже жидкости нет. Это все впиталось, пока мы ехали. Вот это супчик. Короче, всем приятного аппетита. Мы перекусить. Смотри.